Добрый день. А на дворе у нас, нашей планете России, полседьмого утра. Я снимаю видос полседьмого утра. Не ложился спать. Нет. И решил поиграть в какой-нибудь инди-хоррор. Да, инди-хоррор для сна. Чтобы заснуть хорошо, да? Хотя вряд ли инди-хорроры помогают заснуть. Но добро пожаловать, внимание. Это инди-хоррор. Хоррор инди. Сделанный студио The Works под названием Error #53. Все. Я под такое точно засну. Единственная кнопка play, и ничего себе, вот эта чувствительность, да. О! Мы, короче, играем за путника, который с кривым мечом. Ну, драться он там может. Пришли в деревню, значит, да? Нашу любимую деревню. Это, короче, это, так сказать, Kingdom Come. И мы не можем никого убивать, потому что мы играем в Kingdom Come, и не хоррор. Вот откуда Kingdom Come, да хватит Kingdom Come. Так, извиняюсь, будет речь немного заторможенная, потому что, не спал. Хорошо. В левом нижнем углу написано задание Talk to King, поговори с королем, ты, судя по всему, король. Отличное путешествие. Эй. Так, старый Джек и его типа подчиненные хотят напасть. Пожалуйста, защити от задефа и от Джека и его типа пацанов. И возвращайся назад в награде, наверное. Так, король! Ты слишком быстро говоришь, ну да ладно. Я уже начинаю сомневаться, что это какой-либо хоррор. Скорее всего, это какая-то ёбнутая игра, она подходит скорее для другой рубрики. Это что такое? Это, походу, я уже, знатно наебался, нахуй гашиша. И посмотрите, что это, Он выпуклый. Ладно, мало мата. Много мата. Нужно сделать так, чтобы было мало мата. Я не буду материться, скорее всего, нас пока что... радует такой атмосферы доброй, типа люди ходят, что никто ни на кого не нападает. Джек ничего, ни черта не сделал нам. Но нам надо все равно его убить. Прощай, лысый парень, ты застрял. Все, я пошел. Я, наверное, не туда иду. Не, все так. Left click attack. Следуйте по PS, я не знаю, что это. И найдите Джека. Дрова! Да я с одного удара хвалю, смотрите. Дрова! Да не пугайся. Ой, пропал. Ой, не знаю. Да, кстати, еще одна важная деталь. Внимание, игра сделана на движке Unity. Такое, оказывается, можно сотворить на Unity, что же довольно неплохо. Ну, как сказать, неплохо-плохо, но... необычно, но мы убиваемся с одного удара. Так, нихера себе. А он пропал сразу. Мы даже толком не касаемся мечом нашего врага, а он исчезает. Здорово. Что это было? Это я не спал, наверное. Так, здорово. Мне больше интересно, что это за что. Ох ты, ехера. На. Хера вас туда. Ёптить, все, страшно, блять, он меня напугал. И где сам Джек, собственно, я вроде... вот и Джек. Убейте Джека и его хичменов. Это было смешно. Да, действительно смешно. Роа. Блять, смотрите. Одним ударом двоих, блять. Это было смешно. Охуеть. Что? Джек, ты чё? Совсем с дубу рухнул, блядь. Возвращайся обратно в город. Ой, бля, нахуя. Мальчик. Что происходит, блядь? Кто это? South Harper 911, what is your emergency?
Вы бы видели сейчас мое лицо, там у меня просто глаза открылись. Это был кадр из фильма. Я хотел сказать, это был кадр из фильма «Искатели могил». «Искатели могил» вроде, да? Да, да, вроде они. И у нас деревья, блядь, не грузятся. Что вообще происходит? Игра текстурки потеряла. Ясно, ясно. Куда это, блядь, что происходит? Я недавно, блядь, недавно. Я вот не обратил внимания на это, но кто-то болтал. Ой. Термомеч не так держим. Так. Где жители, во-первых? Добрый день. Ясно. Так сказать, эволюционировали. Рос рук, рос рук, блядь. Нахуй я начал это. Замечательно, Хэн. Ух, еба. О, это же, наверное, тот пацан, который в текстурках застревал, привет. Ой, блядь. Опа. Хорошая работа, путешественник. RR53, неизвестно. Кинг. Тоби Кинг. И чё, блядь? Пожалуйста. Что это же мне ты горел? Ты что, дурак? Ты смотри, ты влетаешь в воздухе, блядь, медитируешь. Смерть, 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 смерть. Чё, блядь, смерть? Ой, игра вообще в край ебанулась. Ебать, слышь, король. Что значит смерть, не смерть? Всё, убивать меня надо? Да, блядь, мне, сука, такие дешевые скримеры, вроде... Опять, блядь, Unity. Вроде раньше пугали, да, в какой-то игре у нас было такое? О. Все. Или не все. А, теперь кнопка play не юзается. А, мы игру прошли. Фу, тупой звук, а. Вот этот звук, мне придется с вами попрощаться. На этом у нас все. Indie Horror Error 53. Хотите поиграть, я ссылку оставлю в описании, блядь. Ха-ха! Как прекрасно! Блядь, ну серьезно, мне нечего сказать. Это, конечно, не Evil. Evil был пожестче, но это, блядь, тоже нахуй создано, блядь, под спидами и водкой. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всю полезную информацию найдете в описании. До свидания. This is bad country.